И вновь первый в году выпуск новостей украшает радостная весточка из Африки. КАМАЗ-мастер опять стал сильнейшим в классе грузовиков на ралли-рейде, который проводится в песках Черного континента. Уже по традиции челнинскую команду представляли там экипажи Антона Шибалова и Сергея Куприянова. Чем завершилось их путешествие, об этом прямо сейчас. Путь от Монако до столицы Сенегала, Дакара, занял более 2 недель. И каждый день это испытание. Борьба с собственной усталостью и конкурентами, которые год от года становятся все сильнее. Марокко, Мавритания, знаменитая Сахара. 1000 километров бездорожья смогли преодолеть далеко не все участники. Скромно о трудностях трассы, заслугах механиков, штурманов Антон Шибалов обязательно расскажет, когда вернется в набережные Челны с главной наградой ралли-марафона «Африка Эко-Рейс 2016». Экипаж Антона Шибалова уже в 3-й раз становится первым на африканском континенте. Чемпионы вернутся домой в среду вечером. В аэропорте гонщиков ждет торжественная встреча. Что касается еще одного грузовика команды КАМАЗ-мастер под управлением Сергея Куприянова, то он остановился в шаге от пьедестала. Занял 4-е место. Егор Орлов, РЕН-ТВ, набережные Челны.